Так, появилась такая идея, а что если вот эти вот все углубления заполнить цветной шпаклевкой, заколированной заранее? То есть, чтобы вот эти вот углубления были одного цвета, а вот эти вот островки, чтобы были серого. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Так, получилось, что шпаклевки развел чуть-чуть больше, чем надо. Поэтому голубым сделаю вот эту вот часть. Так, шпаклевка даст усадку, и потом еще слой нанесу, как подсохнет. Так вот, подсохло. Попробую затереть. Вот что-то такое получается. Сейчас все остальное перетерем и посмотрим, что получится. Обязательно грунтуем. Так, ну все, впитывается сейчас. Ну, вижу, уже здесь вот дотер до светлого. Плохо, конечно. Но ничего, хотя бы в целом посмотрим. Итак, стена погрунтована. Высохшая. Пробуем наносить воск. Воск будем наносить вот ВГТ. Все тот же. Остатки из декоративки. Покроем один слой. Кельмой заполируем, потом нанесем второй слой и заполируем, посмотрим, как будет получаться. Если будет плохо получаться, тогда будем полировать шлифмашинкой. Все, покрываем воском. Хочу добавить, что это не воск прям чистый, а восковая эмульсия.
Итак, пробуем. Вот чуть-чуть попробовал. Но чуть-чуть полируется и внутренность. Вот видно блеск чуть-чуть. Так, ВГТ сейчас еще один слой нанесу. И еще раз заполируем, потому что вот здесь вот остаются кратерки небольшие, где не блестит. Попробуем это все забить воском. Посмотрим, что получится. Так, подсохло. Короче, пробую полировальной машинкой. Сразу начинаю вот тут, вот где видно блеск, вот лампы. Еще мокроватый воск. Нужно, чтобы хорошо высох. Где-то через часик приду, попробую еще полирнуть. В принципе, вот так вот получается. Не прям супер. Ну, как вариант, можно использовать цвет. Можно другой брать. Синий, можно красный, черный, любой. Просто синий у меня такой был цвет. В принципе, технология рабочая.